Всем привет, ребятушки. Продолжение сталкера. Короче, погуглил, никаких ответов не нашел в плане, как захватывать игру, как... Что еще? Все, что я гуглил. Короче, продолжаем. У нас встретиться с провожатым. Угу. Так, секундочку. Дрободан, пистолеро, найф. Все готово. Так, эти там вот, сирену свою, вот это, подожди, то это я сделаю вот так вот, да, каменный цветок. Я, если что, записываю ролик, когда даже еще не выложил первую часть, поэтому... А, если какие-то будут комментарии, типа, где меня будут оскорблять, что я нуб ебаный, но, ребятушки, извините, пока рано. Аномалии. Мне очень нравится, что это первый заход вообще для меня в Сталкер. В том плане, что... Тут радиация. В том плане, что я нихуя не знаю. Вот в чем прикол. Короче, надо идти на... Вроде мельницу называется это. Или не мельница. Подожди, стой. Блять, собаки. Дайте на дорогу выйти. А в плане, вот радиация меня гасит вот справа внизу, да, это видно? Видно, конечно. Ее можно только убрать, выпив водочки, либо что? Это странно, у меня водки нету. У меня ничего от радиации нету, кстати. Мне радиация просто сейчас убьет. Ну, не суть. Короче. Провожатым, это вот сюда, а вот тут еще газовая труба, обнаружил инвентарь в трубе, недалеко от фермы. Вот гауптвахта... Закончится, вернусь. Там, короче, мутант охотится за собаками, короче. У меня здоровье очень быстро кончается. Блин, ну не нечем гасить радиацию. Может, колбаски? Так, немножко бомб подбадривает свое состояние. Может, потом будут какие-нибудь костюмчики, перки, я не знаю, которые будут позволять мне как-то все дело обходить. Это, кстати, не знаю, еще у меня на записи лагает, фризит, не знаю. Мне кажется, если бы у меня был полный захват экрана, захват игры, точнее, а не захват экрана, то было бы комфортней. Ну, вроде 60 кадров у меня есть, не знаю. Так, это остановка. Собаки вроде обычные, дефолтные, как я понял по прошлой части, но они могут тебя куснуть, но... Все. А, я умираю, бля. Алло, блядь. Алло. Пизда, я. А как мне быть? У меня уже. Блядь, а как? А как? Придется сдохнуть и обратно идти. Только по дороге уже, потому что. Пусть вот эти меня ёбнут сейчас. Эй, вы уроды. Бля, я сдох от радиации. Ну так вот. Окей, тогда... Тогда что мы делаем? Мы просто сейчас не будем заниматься хуйней, мы просто пойдем по дороге, чтобы радиация точно меня сейчас никак не поразила. Все, музыкальная пауза. Ребята, а у вас есть водочка? Мне бы водочки с собой. Ну так, знаете, пригубить. У тебя нету ничего, у него бинт есть. 40 рублей. А можно? На, пусть будет. 40 рублей, не жалко. Ах да, и ебать, он близко. А ему все равно на меня? Эти пусть там стоят. Пусть охраняют. Так, о чем это я? Я управление не менял. Я просто записал тогда и вышел. Вот сейчас снова вошел в игру, все, типа. Я вот думаю, будет ли ночь? По идее, должна быть. В этой игре смена погоды, смена дня и ночи, точнее, какая вот погода и так меняется. Вот, ну, посмотрим. Ладно, пошли быстрее. Подожди, а мне вот 160 метров, вход-код туда надо, там... Провожатый какой-то должен быть. Что мы с ним должны сделать? Я уже забыл все, типа. Я. Мне как будто альцгеймер, знаете, когда я прохожу игры, которые прохожу первый раз. Я не знаю, что нужно делать. Не ебу. Просто буду идти, стрелять, убивать.
Нажимать F5 иногда. Так это вообще похоже на лесопилку какую-то, как будто бы. Ну, такое здание, знаете ли. Так, здесь есть что-нибудь, кто-нибудь? Ну, собаки где-то. Опа, это труп. Обыскать труп. Ой, спасибо, можно его тащить. А зачем? Просто валяется чел. Жалко его, конечно. Да, жалко этого добряка. А минус, что нельзя всякие ящики осматривать, типа, ну... Вот это мне не хватает. Вот это я не хочу читать. Мне вообще похуй, если честно. Хотя там, наверное, сюжет какой-нибудь рассказывается про персонажа. Угу, а тут не пройти. Окей. Да не везде. А у меня болты. Вообще, по идее, вот болты. Подожди, а будет так работать? Или это другое? Это, наверное, другое. Жир. Болтами ты просто радиацию проводишь, а вот эти аномалии, я не знаю, что это такое. Хотя пищит. Ой, нахуй сюда залез. Ветер поднимается. Ну, жуткая, жуткая такая атмосферка здесь, конечно. А мне, наверное, вот сюда нужно. Подожди, фонарь же я выключил. Собаки, ну... А, им похуй на меня, то есть. Ну ладно. А как же мне пройти-то здесь? Так, по-моему, он умер. Ваш этот, провожатый. По-моему, вот он лежит. Вот у него граната. Пересечь железнодорожную. Вон туда идти? А еще? Тайник, оставленный погибшим сталкером. Вот тут какое-то забагованное какое-то задание, типа, ну я там все сделал. Кордон. Куда, блядь, идти? Знаете, наше прохождение можно вообще сделать. Я просто буду гулять. Типа, у нас будет прохождение без прохождения. Мы будем просто ходить и что-то делать. Я не могу понять просто, как работает радар, блядь, вот эта ебаная карта. А, на колесико. Нихуя себе. Тише, 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 тише. Не мешай, да я. Что-то флизит еще игра, блядь. Что-то такое. На агропром, на свалку. Бандитский схрон. Где я, блядь? Где я? Вот я. Ой, что-то сложно. Да, блядь, очень сложная для меня игра на самом деле. Задача. Красная. Она вот красным цветом отображается. Вот мы сейчас должны вот это выполнить. Просто а на карте, где она, эта задача? Вот пересечь. Вот как? Просто. Мне кажется, вот тут, кажется, вообще пиздец меня ждет. Если я до сюда дойду. По сюжету. Мне кажется, там я просто ёбнусь. Янтарь. Так, мы вот так приблизим. А нельзя? Украсть документы. Какие, блядь, документы? Не, просто прикол в том, что... Железнодорожную насыпь. Что такое железнодорожная насыпь? Это, может быть, вон там сверху как-то? Ну, тут явно я не пройду, вы что, рофлите? Тут смотри, что происходит. Не, мы можем просто проверить, смотри.
все? Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лисом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Как-то так? Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Подожди, блядь, дядь, я еще не отошел от этой хуйни. Боже мой, я так испугался на самом деле. Я думал, что меня просто убьет с первого раза. Кстати, там чел за кем-то охотится. Так, подожди секундочку. Задачи. Так. Помочь лису. Помочь лису. Погнали. Это не он. Мужик, здорово. Подожди, а на карте где я нахожусь? Слушай, бро, надеюсь, это не за мной типы пришли. Я помогу тебе. Сейчас, мужики, сейчас, я помогу. Я с вами. Пистолет просто парашный у меня. Сейчас все будет. Чё-то это... Не робят? Я миссую. Очень много миссую. Бля, тихо. Тише. Работает? Не работает. Чё-то их там многовато. А, ну я мог просто тут пройти. А я прошел, да. Убили мы. Бля, они сильные очень. Ну или я слабый. Хуй его знает. Но я хотел помочь кенту. Чё-то это... А он сдох. Подожди. Ничего не понял. Ну ладно, проехали. Мужик, я не смогу тебе помочь, извини. Давай тебя ёбнут, я просто... А с кем они стреляют? А, понял. Ну а чё он мучается? Лучше так помочь, чем это... А, они про меня даже не знают. Ну, а я только лучше сделал, понимаете? Я это... А чё тут всё заново? Всегда надо заново, что ли, читать? Мне кажется, можно какой-нибудь патч накатить на игру. Мне кажется. Хотя до прохождения, до первой серии я гуглил патчи. Ебать мой хуй! А, это... Что это? Это... Это... Что это такое, блядь? Сейф какой-то. Ничего нету. Как будто, знаете, мое мнение, не хватает, что ли, лута в игре, чтобы какие-то ящики заброшенные такие добавить там. И FPS еще не хватает мне. Вот тут труп я вижу на карте. Ага. А это я его убил. Понятно. Извиняюсь, не хотел. Нам 100 метров идти до лиса, я домка не залутал, ну ладно. Ну да, все-таки я бы их не смог пройти, они какие-то неубиваемые. Вообще, сколько у меня патронов у... А как, видимо, нисколько, подожди. Угу, а где все патроны? А, они кончились, правильно. Вот это получше будет. Бля, и тут... Вот эти штуки, что это такое? Но явно лучше не ходить через них. Но явно, ну, не стоит этого делать. Бро, помочь? Помогу, да, помогу тебе. Чё у вас тут происходит? Ты кто? Вадим! Вадим! Привет! Что можешь сейчас рассказать? Новое...
Нахрена нам новое, когда старого говна черпай не вычерпаешь? Бандюки в конец сволочи оборзели. Как за артефакты между аномалиями шустрить, так это мы. А как чужой хабар набирать? Фу, гады. На солку гляди, не заблюдай самое ихнее место. Больше ничего не знаю. У него 5000 рублей. Может его ёбнем? Вадим одноглазый. Может его ёбнем и 5000 лутаем? Подожди, это вот, это работает? Ха! И все? И никто не понял, что это я сделал. А я залутал пестик с глушаком, кстати. И МПху, F5, все. Вадим, сам виноват. Вот нахуй ты доверяешь людям, серьезно, вот незнакомым на улице. Бля, вот серьезно. Так, это что? А я могу так сделать? Подожди. Не могу. Так. Конечно, хорошо, но, наверное, вот это я оставлю. До лучших времен. Пистолет. Не жаль. А почему я не могу несколько пистолетов иметь? Ну ладно. Слушай, а одноглазый в рейтинге? У меня есть же где-то рейтинг, ранги? А я 601. Мало ли где-то он тут есть в списке и все, блять, его нету. А вот этих людей реально можно встретить или нет все-таки? Мне кажется, нет. Я бы охуел, если бы это был лис на самом деле сейчас. И я просто случайно пизданул сюжетного персонажа. Я еще нормально я сижу? Я даже не обращаю внимания. А лис вроде ранен должен быть. Помогите! А он умирает. Дядь. Сталкер, аптечку, дай аптечку. На, держи. Все. Сейчас я тебя тоже пиздану. Спасибо. Так, теперь я тебя внимательно слушаю. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им все последнее... Да-да-да. Не сказать, что я им лично знал, так совру. Не было такого опыта общения, правда, кое-кое есть. Как-то его группа моих ребят... Ты куда пошел? Мы с тобой... Мы с тобой не договорили. Дядь. Гляди-ка. О, крутой пистолет. Окажется, дефолтный мой. Эй. Он мне еще 1500 дал. Это круто, конечно. А можно? Понятно. Блять, диалог-то как мне... Что он мне сказал? Убито сталкеров, кстати, смотри. Военный рядовой, военный сержант, бандит новичок 7. Его убили! Его собаки загрызли! Блять, ну как вы заебали? Чтоб наверняка. Чтоб не мучился. Я просто персонажа убиваю. Ладно, окей. Узнать у Серого о стрелке. Иногда подвисает игра, я пока не могу понять, из-за чего это конкретно, но... Вроде ничего такого смертельного. Давай, блядь. Кто такие? Бандиты. Бля, это мое, нахуй. Все, пиздаем. Так, бандиты, это хорошо. Бандитов сейчас 4 человека. Это мое, блядь. Да вы чё, мрази, бля, охуевший. Сейчас вас там собаки загрызут, блядь. Блять, сука. И это я играю еще почти на новичке, блять. Ой, как? Ничего, я убью их. У меня есть МП5. Правда, там 25 патронов.
У них что, арморы, бля, я не понимаю. А этих загрызли, да? 4 патрона у меня осталось. Так, сделаю, блядь. Ну, что-то слишком сильные они. Может, реально арморы какие-то? Так, какую-то информацию я нахожу. Да из пистолетов они очень долго. А реально загрызли, что ли, их здесь? Да, ага, бульдоги, блядь. Ну-ка назад, блядь. Ну-ка. Охота началась. Хорошо. Где вы, ребят? Вот этот вот. Это Олег Мятый. Тоже погиб. Я просто на радар смотрю, да, точки серые показывают. Вот чел в кустах. Какую-то информацию мне обновляют. Я что-то не могу понять. Где еще два человека? А возьми МПХ. Хм. Нормально. Вот это шпилем. Вот это, да, 1000, кстати, стоит МПХ. Пистолетов в жопу жуй. Но мне кажется, это не точная цена. Это вот цена, может быть, идеального состояния. Не знаю. Ладно, пошли дальше. Так, подожди, а вот тут на радаре что-то. Это что, на свалку? Вышка на КПП, на вышке временно оставил ящик. Какой ящик? Какая вышка? Вот это вышка? Это не вышка. Там еще кто-то ходит. Это уже свои вроде. Тут нет ничего у них. Вроде нет ничего. Блять, сука, а водка. Бля, что же я сделал? Я умираю. Блять. Я сохранился, я просто думал, тут что-то валяется у них. Нет, надо сдохнуть. Тут тем более ничего нету у них. Тогда сейчас я сдохну, у меня сохранение буквально вот только что появилось. Да, нормально. Нормально, профессиональный игрок в деле. Это я. Сука. Просто ёбаная рачина. Так там, кстати, нет ничего. Там пусто, бля, как будто я неровно сижу, вот серьезно. Блять, как я. Ладно. Я просто на себя не смотрю, блять, что с прической? Ладно, погнали дальше. А где типы, которые только что тут были? Ребят, здорово. Помогите. Просто трупы валяются. Мужички, здорово, бандиты, как у вас дела? За мостом поосторожней, понял? Там зло бродячих развелось немедленно. Будешь ушами хлопать, 2 секунды сожрут. Так. Мне бы сейчас перерыва обеденного этих крапсопетов в погонах дождаться. Торчать тут без толку. А так, торговать у вас вообще ничего, да, у вас нету? Не, ёбнул бы вас, ну ладно, пойдем дальше. Не вижу смысла. А вон там уже враги, кстати. Кстати. А, я вот так могу делать, да? 17 патронов, ебать, я это экипирован. Да, игра зависла. Сейчас обойду. Нормально. Что у тебя есть? Хуйня. А где второй? А вот второй. А против кого воевали-то, ребят?
серого? Или нет? Так, вышка охуенная. Ничего тут нету. А, да? Ничего себе. Ой! Ты чё, охуевшая? Пизда тебе. Где ты, мразь? Все? Блин, ну я испугался, честно. У меня еще это. Давай аптеку вот такую возьмем. Так, что у нас? Узнать у серого о стрелке. А где серый-то? Ты серый? Нет, это Костя следопыт. Не узнали, что ли? А это он. Опа! Перегруз на 10 кг. Как будто вот это... Вот это я просто хочу продать. Все вот эти мпехи. Как выкинуть? А сколько она весит-то одна? 2 кг. Такс. А чё вот этот не хочется? Так, ага. Патроны разные какие-то. Нихуя не понимаю. Много пистолетов. Разрядить. Выбросить. 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 Бля, ну нормально, слушай, охраняй или сиди здесь, ладно. Радиация. Так, это я же не буду брать. Бля, перегруз. Может, куда-то вещи сбагрить тогда? А патроны ничего не весят. Они тоже весят. Блядь. У меня ровно 50 кг. Да ебать, я все это читал, ребята. Что же такое? Ага. Подожди. Мне надо перейти здесь как-то, да? Мне бы торговца найти какого-нибудь. Прийти на другую локацию. Да, только это, не зависай. И не вылетай, самое главное. Хотя, когда загрузки, черный экран появляется, я понял. Но только до загрузки. Убить вожака бандитов. Ребят, не надо. А это... Да нет, у меня ни денег, ни артефактов. Ребят. Бандиты, помоги! А меня радиация убивает. Меня радиация убивает почему-то. А меня ёбнули опять. А я уже привык, знаете. А меня все убивают здесь, в этой игре, блядь. Я помогу ему сейчас. Его убили все равно. Оружие заклинил в самый подходящий момент. Такс. Внимание всем. Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Покажи свою помощь бесу. Это сколько персонажей, я еще не ебу. Да что ж ты зависаешь-то, блять? Мужик! Алло! Эй, друг! Алло! Пить как охота. Привет! Гриша, стиляга, дать тебе воды? Можете водки дать? Не хочешь? Хотя она мне самому нужна. Дать F5? Да сука, радиация! Может, это из-за грозы? Не знаю. Вообще без понятия, блядь. Что делать, куда идти? Свалка какая-то. Мне к вам, ребят. Я просто это тут не местный. Здравия желаю. Привет, сталкер. Ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь.
Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили, остальные братки отступили, но явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроили засаду. Они пойдут со стороны НИИ Агропром с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Да, давай. Так, отбить ради бандитов. Ну, давай. А я ради. Да, у него гранаты здесь. А можно мне что-нибудь от радиации? Бля, у меня радиация просто идут! Они идут! Что же мне делать с этой радиацией зеленой? Отлично, мужики. Выдвигаемся на позиции. Айда за мной, мужики. Давайте, разъебем их. Так, отбить рейд бандитов. Ну, погнали. А вот ваш, да, умертый боец. Это потеря, ребята. А вот еще бандит. А у бандита ничего нету. F5. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Ага, хорошая тактика. Жалко, что контр надо сжимать. Боюсь на Windows нажать на кнопку. Ебать, их там многовато, кстати. А только с той стороны, и с... Блять, и с этой. Ну, вы стреляете тогда, ребят, я, блядь, постою рядом. Вернуться за наградой? Ты чё, упал? Какая награда? Мы еще не отбили. Но в голову надо стрелять, конечно, да. Ой, блядь, извини. Это свой? Ну, пистолет-то подбирать не надо мне. Я просто, я в раш иду, мне еще похуй, я безбашенный. Я умираю? Бля, не всегда, короче, ты отслеживаешь это. Не буду пистолеты брать, не нужны мне пистолеты. Суки, бля... Угу, а вообще не могу двигаться. У меня... Ничего не понимаю. Бля, почему я еще ни разу не слышал? Бля, я маслину поймал. На нахуй. Похавай говна. Чмо. Просто ебать. Он какой-то повышенный, да, крутой, видимо. Пох, возьму. Спецназ. Ну, я тебя отдам, чё мне. Вот это мне надо. И чё, он какой-то... Так, он с глушителем, смотри, идет. Угу, я понял. А это что, не все, что ли? Мне кажется, вот эта штука мне нужна, вот эту хуйню вколоть надо. Бля, вот сзади серого, я вообще не знаю, какие-то тут странные задания вообще засчитываются, пишутся мне. Да память добьем их вообще по хуям. Ты чё, дядь? Ты за оградой. Ты чё? Вот сучара. Мама твоя, блядь. Охуенно, заклинило оружие. Блядь, ну как они странно умирают. И он не умер. Ты глянь. Ебать. Я как будто прицеливаться вообще здесь не надо. Кореш, помоги! Угу. Да ебать вас тут, дядь! Где? Он боится меня.
Где последний? Давай сюда иди. Ты с кем разговариваешь? Ты последний. Б, Андрюха. Все? Вот сейчас точно все. Так, и чё, типа? Ну, я... Награду-то можно получить? Или там все сдохли? Вот это я помечу, да? Ну, конечно, тут можно много золота всего, но мне не с кем торговаться. Ну, я красава, считаю, в 5. Чё, у вас все погибли, либо как? У кого награду-то забирать? Не у тебя. А тебе оружие не надо? Сы, там награду забрать надо, вообще... Вот тут вот, вернуться за наградой. А с кем? Это надо обратно идти в сторону своего лагеря вообще. А кто мне награду-то там даст? Да хуй его знает. Так, ладно, сейчас надо немножко это, может, что-нибудь скинем вообще? То, что у меня проблема. Проблема, да, большого характера у меня проблема. Я умираю вновь и вновь, блядь. Может, какой-нибудь противогаз найдем, блядь, надо колбасу всю съесть, пизду, она слишком много весит. Короче, мужик. Пойду я дальше. Ёпта. Мне, короче, нужно на свалку вон туда идти. А где все бойцы-то, твой друг? Все погибли, что ли? Да не может быть. Меня радиация убьет. Опять зеленая радиация. Бля, я не знаю, что это значит. Нет, я знаю, что это значит, я не знаю, как от нее избавиться. Типа, не принимаю всяких этих препаратов. Может, на вертолеты? Да по идее, кстати, он должен работать, в этот вертолет. А чё нет? Ну, нормально, винты есть, лопасти есть. Ракетки, пулеметы, садись, лети, все. В чем трабл? Вот эти звуки, это типа мутанты, это, я так полагаю, да? Ну тогда это не очень, кстати, мне нравится. Там бандиты, здесь бандиты заебали уже, все, идите нахуй. Мне вот туда надо. Ну как будто здесь радиации просто до пизды и вот... Тоже, а можешь прокатить, просто пробежать? А я не могу бегать. Я могу ходить, но не бегать. Потому что... Не, ну я тут сдохну. У меня радиация. Чё-то как-то не то я делаю, как будто бы... А не, вес есть. Всё, не, он не бегает, все равно у меня. Может, надо отдохнуть? Да, надо отдохнуть. Где вход-то сюда? А, патронов все вообще... А они одинаковые, да, есть патроны? А, нет, другие. Ща, мужички. Иду. А это свои. Блять, помогите! Да мне бы кто помог. Аптечку, на аптечку. Можно поторговаться? У вас есть, ребят? Водка там. Помочь им, что ли? Как по мне попали? Блять, нихуя не...
А можно еще, блядь, громче. Я сейчас своих убил в спину. Ой, блядь, чё же я делаю-то, сука? Рви, я его прижал. Поможет мне вот это? Бля, у них нету ничего, что поможет мне с радиацией. Нахуй мне бинты эти? Спину вальнул. Что это? Похуй, беру. Блять. Что это такое? Не знаю, пусть будет, похуй. Нахуй мне пистолет? Скоренько ищем, скоренько, пока не ушел. Так, а кто из вас? А ты серый, а мне серый нужен. Бля, я умираю, я не знаю, что мне делать. Ну все, крышка тебе! Меня просто радиация хуярит. Меня лучевая болезнь убьет. Я не смогу игру пройти. Молодцы, мужики, мы их одолели. О, водка. Всем отдыхать. А водка, водка. Сюда поболтаем. Но это не максимум, что может мне помочь. Сука, ну как так-то? Да пиздец грустно, я согласен. У меня еще ничего не останется из аптечек. Помоги мне. Давай, информацию. D500 дали. А хорошо, учитывая твою почти бессмысленную помощь, то что я... Мне надо что-то делать. Так, ладно. Это я куплю у него. Мне понадобится. Кровь пламя. Кровь камня. Пестик оставлю, не нужно мне. Ну, блядь, я умираю снова, я не знаю, нахуй, чем делать. Может, это из вот этой хуйни? Может быть такое? Да вроде... А, ну радиация плюс 5 на это, конечно. Здоровье плюс 200%. Ну то, что только радиация, да, я понял, хорошо. Выносливость 36. Вот эту хуйню как будто можно продать тогда, получается. Раз мне она дает радиацию, я понял. Да я... У меня были мысли, что она может мне руинить. Ну, допустим. Так, у нас... Встретиться с группировкой крота. Да, мы с кротом там. Погнали, встретимся с ним. Бля, водка бы понадобилась сейчас. Так, бля. Там бандиты. Ну пизда, у меня... У меня опять здоровья нету. Сам ты петух. Бля, я ему пизда сейчас дам. Сюда подошел. Тыш. Нет, а... Ну как же. Блять. Похуй, я ВКонтакте. Че здесь вообще? Тут ничего интересного нет. Я просто как играю смотрел, какой ВКонтакте. Блять. Так, подожди, я убрал, эту хуйню я убрал. Да. Вот ведь как грустно. Оружие убрал? Да это ебисты, блядь. Оружие убрал. Маму сейчас твою уберу, блядь. У меня ни здоровья, блядь, ни уже этих всяких штучек. А тут еще бандиты, блядь, ходят, сучи. Ну-ка, F5 не сохрани. Пойду ебну. А, осуждаю. Пацаны! Маслину поймал. Убил. У тебя есть что? О, сам раз. Подожди. Бля, они так садятся?
Я подбил его. Ну я опять умираю. Похуй, бля. Да тут, блядь, бинты у всех, у каждого, блядь. Ну с прицелом хуже стреляет он. Блядь, при попадании просто жесть, Ну понятно, блядь. Бля, пизда, как я играю, это просто пиздец. Может, надо приседать больше. Вот так, о, вот это много тут в таком положении. Да умираю, короче. Блять, умираю. Все, это последнее здоровье, которое у меня есть, аптечка, типа. Бля, а тут просто после каждого попадания по мне, ну сразу у меня какие-то трудности. Опять кровотечение. Тут типа один выстрел, меня сразу, блядь, все. Блядь, да ебать тебя в рот, откуда ты там взялся? Почему у меня на радаре не отображаются все? Ну да, это читерство было бы, там, блядь, какого хуя вообще? И все заново, блядь. Пошел нахуй, олень ебаный. Ну да, меткость пиздец, конечно. Сука, ребят, поближе подойдите. Чуть-чуть поближе. Ага. F5. Ну тут, конечно, здоровьем пиздец не увидишь. Все, тут есть чел или я его убил? По идее, убил. Ага. Вот он. Мне вот этот нужен был. Сколько, 48 минут прошло? Что-то вообще незаметно время идет. Надо управление поменять будет все-таки. Ага. Опять кровотечение. А, все. Угу. Приехали, блядь, бинты не по... Все. Пацаны. Надеюсь, это последний был. Ну, пистолет я уже не буду брать. Вы извините. Что-то подлагивает. Что, нормально я их тут угандошил. Бинтик. Реально, как будто хочется какой-нибудь патч поставить. Я не знаю, существуют ли какие-нибудь патчи, но наверняка существуют. Чё-то как-то очень тяжко. Выверт. Радиация плюс 5, по-моему, вообще в пизду пошло. Хотя возьму, продам. Пошли. Нам туда. Нам туда. Бля, ну сложная игра. Я, честно, вообще не думал, что... Блять, я дойду до сюда. Я не знаю, типа, сколько... Когда конец игры? Когда? Новая локация. Наверное, сейчас будем заканчивать на этом. Новая локация, будем офаться. Я думаю. Да получилось нормально. Не, я приноровлюсь рано или поздно. Когда я играю в игры новые, Мужик, помоги мне. Короче, поможем ему в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видосе. Всем ба-ба.